Друзья, всех приветствую на канале. Снова я про ворота. Что? Опять? Это видео я снимаю дополнительно для тех, кто критикует. Вот эти ворота самодельные, которые вот впереди вы на экране видите. Вот с этого момента поподробнее. Раздвижные самодельные собственные конструкции. Где-то что-то подглядел, где-то что-то сам доработал. Обычные, не консольные, безфундаментные, висящие сразу на заборе, как продолжение этого забора. Отодвижные, раздвижные, откатные. Одним словом, купе. И сейчас вы увидите в дождливую погоду, как они открываются в очередной раз, очередное видео. Давайте посмотрим. Музычка! Я просто похлопаю. Итак, друзья, данные ворота зимой, как многие критиканы, далекие от конструктива этих ворот, от практического применения, кричащие и вопящие во все горло, что они замерзают, что они непрактичны, далеко и глубоко ошибаются в своем мнении. Свои критические мнения, скорее всего, они выражают на почве зависти, имея уже, может быть, распашные ворота или еще как-то. Ты что, с ума сошел? Почему я применил эти ворота здесь? Да потому что там не позволяет место снаружи сделать распашные. А внутрь двора неохота открывать створки. Ну и, во-первых, неохота. Во-вторых, смотрите, там подъем. Это надо сколько было земли срезать, чтобы они открывались в итоге, ворота, не задевая землю. Так что вот такие вот ворота, еще раз повторюсь, это не консольные ворота, которые катаются на каретке. Это ворота, которые вставлены в рельсовые колесики, которые прижимают эти колесики, профиль квадратный 25 на 40, 20 на 40, любая труба. То есть колесики вырезаются на токарном станке из болванки стальной под размер трубы. Я заказал под 40 на 20 труба. Вот ворота легкие, удобные, не заклинивает их, они не застревают. Если где-то они туговато идут, я подмажу солидолом просто подшипники. Сам каркас, может быть, смажу его какой-нибудь силиконовой смазкой. А что, так можно было, что ли? То, что краска сдирается, тоже относительно неправда. Краска, вот я покрасил, ничего она не сдирается этими боковинами колесиков. Да если где-то и подтерлась, да и фиг с ней, с этой краской. Абсолютно. Абсолютно. Так что, друзья, дорогие зрители, те, кто понимает, о чем речь, тем респект и уважуха, огромное спасибо. А критиканы, критикуйте дальше. Меняйся или сдохни. Покупайте себе вот эти ворота, тогда, которые вам нравятся, консольные, на Т-образной каретке. Для них нужно отдельный фундамент выстраивать рядом с забором. И это отдельная конструкция, это не продолжение забора. А вот эти ворота – это продолжение забора. Я не шевелю камеру, один кадр держу, ну, один ракурс. Ну, неохота сейчас бегать, сейчас дождь на улице, показывать сам механизм вот этой конструкции. Есть ролик на канале, который, на удивление, выстрелил нехило. Там все видно. Я там невнятно все объясняю, но в видеоролике видны ролики. Вот так выражусь. Сильное заявление. Какие именно ролики, под какую трубу, как они установлены? Они установлены просто на болт, на болты, тупо на длинные болты, зажатые, затянутые гайкой через шайбу. В роликах подшипники впрессованы, да и все. Я не морочился с фундаментом, я просто это все дело установил на несущие трубы самого забора.
подрасчитав просто размер. Умеете, могете. Те консольные ворота, конечно, можно и без фундамента заморочиться тоже. Приварить платформу к самим несущим трубам и на эту приваренную платформу установить Т-образные каретки, на которые вдевается уже, да, вот эта консольная профильная труба, квадрат там или прямоугольник с разрезом, которая надевается. И тогда ролики внутри этой трубы, и труба катается внутренней частью по этим роликам своим. Противовес короче. Можно и здесь сделать короткий противовес и утяжелить. И тогда не нужен будет длиннющий хвостовик. Но я сделал так. У меня нечем было утяжелить. Да ты имбецил. Спасибо за ваши подписки, за реакции, за лайки, за дизлайки спасибо. Прошу прощения, что вот повторяюсь по роликам, просто бла-бла-бла. Меня реально, ну, тоже зацепил момент такой, что есть диванные критики, которые сидят и критикуют, при этом сами никогда ничего нигде не показывают и не делятся ни с кем информацией, но критиковать критикуют. Easy. Рабочий вариант, который, ну, реально выручает, самодельно можно сделать. Ты втираешь мне какую-то дичь. Друзья, хочу закончить на позитиве. Эти колесики есть, продажи в интернете, везде их можно найти. Сайты не буду называть, я не рекламирую. Я вышел в интернет с таким вопросом. Просто делюсь с вами информацией по вот этой конструкции. Ладно. Неплохо. Всем добра и счастья. Подписывайтесь на канал. Спасибо всем. Пока-пока.